Во всех троллейбусах появятся дозаторы с дезинфицирующими растворами, чтобы пассажиры могли обрабатывать руки. Первоначально антисептики распределили по маршрутам, которые пользуются наибольшей популярностью среди жителей Кишинева. Постепенно они появятся во всех транспортных средствах. Пассажиры оказались весьма ответственными и при входе дезинфицировали руки. Правильно сделали. Надо здоровым заботиться о здоровье. И фарты мне не клёпус. Pentru că dezinfectează mâinile și așa lumea o să evite să pună cât mai mult, să ating mai cât mai mulți microbi. Очень правильно делают. Есть шанс какой-то страховки. И человек должен тоже сам себя контролировать. Салфеточки должны быть с собой. Где есть жидкость, дезинфектант с собой иметь. Раз есть нужда срочно выход в город через транспорт общественный, надо соблюдать какие-то правила. Однако были и те, которые делали вид, что не видят дезинфицирующих средств. Зачем у вас дезинфектант мыли, как на центральный транспорт? Ну, а мы сервать дезинфектант. Este acolo, este pus la vedere. O să mă dezinfectez când o să ies. Ați știut că au pus dezinfectant în trolebuze? Da. De ce nu v-ați dezinfectat mâinile când? Când mă ce am intrat. Cum să mă dezinfectez? Ежедневно в столице на линии выходят 321 троллейбус и более 100 автобусов.